Коллеги, рядом со мной Алексей Чепкасов, компания Verbex, это спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Расскажите, пожалуйста, о компании чуть подробнее. Компания Verbex, речевые технологии и девайсы. Мы разрабатываем как софтверную часть, приложения, различные движки распознавания речи, отраслевые, в том числе для ритейла. Также мы разрабатываем вот такой девайс. И несколько поколений уже таких девайсов нами разработаны, произведены. Это помогает вообще в целом, речевые технологии помогают бизнесу быть более эффективным, увеличивать качество, количество продаж, улучшать клиентский сервис, клиентский опыт, сохранять клиентов и, собственно говоря, на этом основании быть более эффективным, более привлекательным с точки зрения рынка. Расскажите, сегодня вы делились как раз именно этими данными на сессии или были все-таки какие-то, ваше выступление было немножко на другую тему? Выступление было в том числе и об этом, об этих аспектах, но если говорить про более такую значимую функцию и задачу, которую мы решаем для бизнеса, это все-таки больше касается такого опыта, как сотрудника компании, да, это employee experience, как в целом сотрудники общаются с клиентами, да, решают их задачи, вернее, их потребности не только с точки зрения как сотрудник компании и потребитель, клиент, покупатель там, и так далее, но и с точки зрения того, что проявить эмпатию, быть более, скажем так, предупредительным, более дружелюбным по отношению к клиенту. И, предположим, если чувствуется, что клиенту может быть не очень хорошо, самочувствие не очень, то помочь вызвать, допустим, скорую помощь. Да? Это может касаться любых ситуаций, да? Но самое главное, и мы вот в эту повестку видим, это вот аббревиатура ESG, да, то, что сейчас очень актуально, и то, что на повестке вообще в мире, это концепция устойчивого развития. И вот одна из трех букв обозначает social, да, то, что, собственно говоря, бизнес транслирует через своих сотрудников, через свои посылы в общество. И какую позицию бизнес занимает относительно по отношению к обществу. Ответственность бизнеса перед обществом. Да? И вот эта вот повестка, она очень хорошо коррелирует с тем, что мы делаем. Это именно эмпатия, это именно развитие персонала, чтобы персонал работал не только с точки зрения своих показателей, своей эффективности вот именно для бизнеса, да, но и, в общем, коммуницируя с обществом через коммуникацию с покупателями и с клиентами, доносить, собственно говоря, свою человеческую позицию. Да. По сути, люди должны быть более человекоориентированный по отношению друг к другу. И таким образом и бизнес выигрывает, и общество выигрывает. Вот это была повестка, собственно говоря, часть повестки нашей сессии, очень актуальна. И я считаю, что вот с точки зрения как бы пользы для бизнеса, для его эффективности и для его, собственно говоря, восприятия со стороны общества, ну вот наши технологии в этом способствуют такому. Спасибо вам за это большое. Получается, люди, будьте более человечными, и все будет замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей. Кстати, вот продемонстрирую одну из наших разработок. Это Telegram-бот, который позволяет, вот записав сообщение, тут же получить транскрибированный текст. Подтверждаю, друзья. Очень быстро, сразу, слово в слово, при этом при всем не говорил специально в телефон. Да, да. И распознавалось магия. Качество, несмотря на то, что здесь достаточно шумно. Абсолютно, да. Я надеюсь, что мы сейчас уходим по пути импортозамещения, и у нас уже есть наработки российских смартфонов и так далее. И я надеюсь, когда от нас уйдут какие-то крупные игроки западного рынка, голосовой распознаватель будет именно ваш, потому что такой быстрой работы я еще не видел. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Да, в девайсах тоже нам пришлось импорта заместить, да, то есть нашли отечественные компоненты, которые можно использовать вот именно в этих устройствах наших. Так что работаем. Работаем. Работаем.